Всех приветствую на своем канале. Сегодня опять распаковочка, и такой компании у меня еще не было. Называется нож туристический НВП. Тут, короче говоря, это у нас компания Honey Badger. Переводится как медоед. Вот. И теперь надо найти, как он открывается. Он на магнитах. Вот как круто. Honey Badger у нас, значит, это компания из UR. Интересно, что она из UR. Основана она была в 2014 году. Марк Эггер, такой человек, более чем 30-летним опытом работы на рынке охоты и пожизненной страстью к ножам. Вот. Но делаются они, по-моему, в Китае. Вот такая у нас есть. Вот, смотрите, сколько моделей. Моделей полно. Не знаю почему-то, но мне понравился, как видели уже на обложке, такой тантоид. И у них все линейки, вот каждый такой нож идет в размере L, это большой, S это маленький и M это средний. Вот такая вот наклейка, что ли? Да, наклейка, походу. Руководство. О, уважаемые покупатели, при использовании ножей Badger, благодарим вас. Ножи оснащены острым сатинированным лезвием из высокой стали, 8 хром или D2. Вот. Ну и здесь гарантия 10 лет со дня покупки у официального дилера. И, кстати, ссылочку оставлю в описании. Покупал за свои деньги, не реклама, но кому-то может пригодиться. Вот такой вот даже первый раз вижу, чтобы с Валбрис приходил заполненный гарантийный талон. То есть есть печать онлайн Экспо. Благодарю за это, потому что ни один, ну сколько покупал ножей на Валбрис, не ставит свои печати. Ну вот такая вот у нас коробочка. Коробочка прям на подарок, блин, классная. Суперская даже, можно сказать. И у нас в ней идет нож. И еще плюс идет вот такой вот у нас на торекс ключ с двухсторонний. Блин, ну супер-супер. Такое отношение к клиенту. За, кстати, покупал вот эта цена. Цена она супер дешевая. Магазин, кстати, в обычных он дороже, то этот же нож. М модель. Honey Badger Tanta M. Это зверек у нас, который живет, кстати, в ЮАР также. Ест он мед такой. Семейство куниц. Кстати, как кунс тоже портит воздух иногда. Вот. Ну и любит он у нас мед. Вот такое вот отношение. Ну классно, классно сделано. Столько всего вон надавали. Прямо молодцы вот за такой подход. И у нас такой вот небольшой EDC-шник. И почему я здесь выбрал вот сравнение с Tenacious, потому что вот этот lightweight мне не нравится, если честно, рвет штаны, и если брал бы я вот заранее знал бы, я бы взял, конечно, Tenacious G10. Поэтому и здесь я увидел похожую текстуру, вот хочется посмотреть. Ну, у меня обычный черный цвет, там разный, хотел я другого цвета немножко взять, ну, блин, все подороже, здесь вот прям... Очень дешево получилось. Так, сразу смотрим у нас по центру клин. Клипса у нас, кстати, такая прям глубокая. Это радует. Есть спейсер и есть темлячное отверстие. Есть спейсер вот докуда доходит. Вот. Ну и давайте первое открывание. Ух, открывается классно. И вот такой вот танто. Танто. Но даже очень интересный танто. И у нас 8 хрома, 13 молибден ванадий сталька. Есть, напомню, D2. У нас лайнер лок. Лайнеры вот утоплены в накладке. Накладки из ФРН, GRN. Вот. И у нас клин 8,1 сантиметр. 8. Ну, нормально. Для среднего прям нормально. И...
Длина принята 18, полная сантиметров, 18,5 сантиметра. Ну, вот такая вот небольшая рукоятка. У меня рука не громадная, поэтому мне все подходит. Но у кого побольше, советовал бы такой же нож в размере L. Ну, давайте сразу проверим его заточку. Клин очень красивый. Заточка, да нет, заточка нормальная. Не махрит особо. В принципе, и этой частью режет неплохо, и этой основной, ну, заточен, пойдет. Здесь несколько, получается, режущих кромок. Вот, вот такой вот у нас сатин на клинке, и вот такое вот отверстие. Так, насечка у нас такая есть на обухе, небольшой шат есть поперечный. Вот такой вот ножичек. Давайте еще его взвесим. 86,28. Но, в принципе, очень легенький, очень такой маленький, небольшой EDC-шник. Ну и хочу сказать, что вот этот вот ФРН гораздо приятнее, чем на Tenacious. Вот, он сделан в таких сотах. Вот. Косят они немножко на спайдерку. Тоже здесь у нас логотип. Вот. Ну и давайте сравним. Сразу у нас SteelWheel Cut Jack. Такой, да, с Tenacious вот так вот. Ну, примерно его размер. Так, вот у меня еще есть Кабар Дозер. Дозер. Folding Hunter. Вот, да. Ну, такой вот. Да, то же самое здесь. Вот есть. Здесь мне клипса прям очень нравится. Широкая такая. И, в принципе, вот ганзовская такой же, такая же рукоять похожая. Ну, блин, здесь поприятнее. Оно не так сильно выражено, как вот эти вот, блин, ершистые эти, что рвет штаны. И был такой, я даже классический рвал, поэтому я не часто их надеваю на карман. Ну, вот такой вот, значит, ножичек. Поэтому заканчиваю свою распаковочку. Конечно, приятно, что здесь всего много. Упаковка такая. Кстати, рукоять такая, она бочкообразная такая вот идет. И очень удобная. Но кому, опять же говорю, лапы побольше, тому нужен L. Я уж не знаю, кто у них S берет. Если здесь такая небольшая рукоять на M. S, по-моему, это самый маленький. То есть там вообще, наверное, рукоять будет вот так вот. Ну и на этом прощаюсь. До новых встреч на канале. Пока-пока.